Пьяный мужчина избил двух прохожих, а потом попытался сбежать от полиции. Служителям закона пришлось гнаться за злоумышленником прямо по проезжей части. Все произошло в Советском районе. По словам очевидцев, мужчина повздорил с прохожим и одним ударом уложил двоих. Пока мужчины дожидались скорую, лежа на асфальте, злоумышленник хотел скрыться. Но был настигнут полицейскими. Сотрудникам, чтобы поймать дебошира, пришлось перебегать дорогу, останавливая поток машин. Сейчас по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства потасовки. По одной из версий, участники конфликта были пьяны.